пройти моп, и тут моргает. Чего от этого изменится? Ситуация какая-то. Постоянно, как Караганду проезжает, такая фигня, сзади догоняют, моргает, вот сейчас в лоб идет, но что моргать, никуда я денусь. Караганде на номерах платить, Караганда ОПМ, а в Караганде много кого ездит. Не, мужик, ну куда приедете, а ты же видишь, что стричка едет, куда ты прешь? Я же не бру, отъезжаю. Пиздец прищемился, гаебана. На остановку, разъезжаемся тут, между китайцами. Что, КамАЗа объезжаем, да? Ну, чтобы я минуты 2-3 простоял, так что имейте в виду, чтобы там колонна ушла немного. Опять все, опять едем на Караганду. Не слышали? На Караганду опять поехали. На Караганду едем. Выяснял, я тоже ехал, что с вами остановили. Постой, говорит, минуты 2-3. Колонна уйдет и поедешь. Я снова поехал. Дальше не знаю, что там у вас. Не едем, парни, пропускают тебя. Нормально едем, всех пропускают. Да не просто же так, они тебя не пускают, блядь, там его вежливо.
жопу ебитесь, ёпта, идите жопу ебитесь, пидорасы ебаные, ёпта. Слушай, ребят, мы тормозёмся, где он тут находится, да? Давай тормозись, ёпта, блядь, давай тормозись. Ну давай, так голос даже как у Петрива, как ебёшь, то сразу мудила, блядь. Слышь, ты хуепутывай ебаная, ёпта, ты встань туда, блядь, самая, подъедь сюда-то, чё ты пиздишь-то, братцы, чё-то у вас нахуя смелых, ёпта, а подъехать никто не может, блядь, пидорасы ебаные, идите в жопу ебитесь, блядь. Первый раз приезжали, блядь, чё-то никого нету, ладно. Ты хуесос, ты, блядь, не на американцы случайно ты едешь-то, блядь, ты бухтал, блядь, самый, сейчас я подойду, к тебе подойду, да попиздим. Я случайно не выявил, блядь, придурок, блядь. Слышь, ты картавая хуйня, ебальник свой заходит, ёпта, ты чё, блядь, горло хуем продырявили, ёпта, что ты картаешь, блядь. Ты не устал, так скажу, да? Слышь, кинул тебя вам сына, кудаки, блядь, пидор, сидел на туре. Так это вы пидорасы, ёпта, ебаный, вы пидорасы, только пиздеть умеете, ёпта, обычно нихуя толку, толку никакого от вас. Подожди, а ты пидорас, что так говоришь, эй, красавец, блядь, где есть, блядь? Солярочку продам, талончики потыкал, в сторону Москвы стою. На чём ты стоишь в сторону Москвы? А вот на машине. На какой машине? На железной. Да он на желтой хуйне стоит, укорал ты, по-моему, на воротку. Ау! Слышишь, отпусти, пожалуйста, на это самое, на красное село, давай, на 13-й канал, а то тут перебивают. Где ты есть на железной машине, дядя? Да где? Я сказал, в сторону Москвы, что рядом с часовой. А ты где? На чем, на чем? Я сказал, на машине. Машина, понятие, растяжимая. Нет там машин никаких, ни у весовой, ни у блин, нигде, только машин. Где ты где едешь-то? Где ты едешь-то? Я сказал же, ёб твою мать, что глухой что ли, ёпта? Иди лучше почисти, потом ори тогда нахуй, заебал уже. Зеркало сложил бы, чтобы дверь открывать работу было. Шаланга стоит напротив.